В рамках программы «Рухани Жангыру» в республике стартовал библиомарафон. Первой приняла участие в этой акции Североказахстанская область. Подробности в сюжете Айгири Мукашевой. Композиция «Елемай» зазвучала в стенах библиотеки не случайно. Его написал наш земляк Кожеберген Жырау. В этот вечер здесь можно услышать произведения писателей и акынов нашей области. Ребята немного волнуются к этому мероприятию, они долго и тщательно готовились. На ребят большая ответственность, они будут читать произведения великих писателей, то есть они должны будут прочувствовать эти произведения, прочувствовать Сабита Муканова, Габита Мусрепова, Магжана Жумабаева. В библиомарафоне участвуют студенты педагогического колледжа имени Магжана Жумабаева и школьники. Семиклассник Нурбулат Иманбетов на конкурс попал случайно. Говорит, вызвался заменить заболевшего товарища и не пожалел. Он проникся произведением Габита Мусрепова. Мы здесь беседуем о многих поэтах. Я буду читать слова Габита Мусрепова. Коля Курмитбек учится в 8 классе. Он исполнил музыкальную композицию на стихотворение нашего земляка Игибая Алибаева. Это произведение призывает нас к трудолюбию и воспитанности. В нем автор рассказывает о своей любви к родине. Библиомарафон в нашей республике проводят впервые. Северный Казахстан первый принял участие в этой акции. Следующий на очереди – восток страны. До сентября в марафоне примут участие все регионы. Айгири Мукашева, Адиль Нуржанов, новости МТРК.